Так, друзья, самые последние абрикосы. Смотрим, пробуем, завидуем. Еще раз, это так называемые. Ой, ну когда-то это было маньчжурский абрикос. Вот. Вот еще один. Уже последнее самое. Видите, чем он отличается от нормального абрикоса? На него была привита фаина, и теперь это уже не... Давайте еще раз близко рассмотрим. Теперь это уже не маньчжурский абрикос. Я еще раз показываю, я пытаюсь привлечь к этому внимание. Вот, очень пытаюсь привлечь внимание. Каким образом? Вот я обошел с этой стороны. Итак, фаина погибла, вот она мертвая. Вот дерево, которое пошло, ветка стала основной, она пошла из земли. Настоящий 100% маньчжурский абрикос. Какие плоды, еще раз покажу. С этой стороны они у меня валяются, вот они. Еще раз покажу, это... Бывший маньчжурский абрикос. Теперь это химера. Химера — это меня приговорили. Я не могу еще раз не пройти и не показать последние два плода. Вот она. Скажите, что она мелкая. Скажите, что она невкусная. Вот она, видели? Косточка какая. Кстати, косточка круглая. Укруглилась, как у этой. Как у... Чуть не выкину. Я выкидываю, ладно. Вот. Посмотрели, да? Ну, еще небольшой обход. Это у меня груши. Получил я ее от Латинкова Юрия. Тут вышел ролик буквально вчера, сегодня. Вчера. Галя Латинкова, его жена, его вдова, Царство Небесное, Юрий Алексеевич Латинкова, она показала 10-летний абрикос и сказала, что это, наверное, абрикос от Железова. Получился как бы привет. И весь в плодах. Весь. Вот, причем поздние плоды. Вот, и кто-то мне прислал этот ролик и говорит, это не рыжий. Я говорю, да, это рыжий. Вот, теперь, а что такое рыжий? Самопроизвольное название. Он номерной, что с ним взять? Что раз номер, значит, не это, ничей. Когда-то так случилось, кто-то его, видимо, свистнул в учебном саду. В ученом саду, ну не я же. И вот так он сделал круг по стране и попал в Сибирь. Я его здесь воспитал, теперь он дает прекрасный урожай Латинкова. А это как бы ответная реакция. Посмотрите, как здорово. Он мне присылает веточку, а, наверное, был плохой почерк. И здесь на бирке написано, знаете как? Сейчас еще, чтобы не соврать. А здесь на бирке написано «Лектер». Наверное, нет такого сорта. Наверное, «Лектер», «Леткер», что-то. Я прошу, тоже снимаю ролик, и теперь попрошу у Галины Латинковой. Пожалуйста, нет ли похожего названия? Сорт шикарнейший. Вот. И это так замечательно, что у меня пополнилась коллекция. Вот они, плоды. Вот, он тоже, из, ну, назовем это, у меня есть такое понятие, первая десятка. Вот он теперь вошел в мою первую десятку, видите? Вот эта красота. Вкусно, невероятно. Даром, что Сибирь. Вот, что теперь сказать про само дерево. Обратите внимание. Вот оно. Ой, плохо, плоды видно. Тут их много-много-много. Только видно плохо. А на этом плане, посмотрите, это нарядная Ефимова. Но я столько раз показывал, мне уже неудобно. Ладно. Вот. Посмотрели. Вот они, дички. Это... И у меня сегодня воскресенье. Сегодня у меня... Господи, какое число сегодня? 13-е, наверное. А завтра тогда 14-е. 14-е число... Если вообще не запутался.
Это август, так. И в этом августе мы имеем понедельник вебинар Железова. А сегодня воскресенье. На вебинаре я покажу еще раз. Всегда, когда дереву некомфортно, а комфортно ему нельзя назвать, это Сибирь. Хоть он и привит на уссурийскую грушу. Это Сибирь. И всегда дерево покрывается вот такими волчками из нижней части. Значит, здесь полное неблагополучие. Ведь это первое поколение. Посмотрите, видите, все, что там выше, скоро умрет. Тогда я вот здесь отрежу, так, и вот она, новая крона готова. И я сам видел десятки фильмов, где уничтожается, оставляется умирающая крона. Вот. Хотя уже все признаки умирания, уже на ней полно этих самых ран на кольцо понаделано, с дуру подчеркиваю. А все, что появляется ниже, будущая крона, замена, вот она, прекрасно видна, будущее. Это все подлежит уничтожению. Я опять буду показывать понедельник, и не один понедельник, и в отчаянии. Да что вы творите, вы же уничтожаете не только свое. Свои деревья, уча других, бегая вокруг секатором и пилой. Вы миллионы людей научили. Ненависть вот к этим волчкам. Ненависть, страшная ненависть. А они, самое интересное, что если даже ни одного волчка не отрезать, вот, ладно, еще тут у меня, это третий фильм сегодня, и сейчас батарейка садится, успеть бы показать, да? Вот эта груша, на которой рухнули все, кроме одной ветки. Все, кроме одной ветки. Вот она. Вот. Кстати, я с нее уже ведерко паданки собрал. Вот таких вот. Я уже собрал. Так. И вот здесь, на ней, были полностью только одни обломки. Рухнули одна ветка, вторая ветка, третья ветка. Сейчас покажу сейчас жуткую, страшную рану. Вот она. Четвертая ветка. Вот. И, казалось бы, что потом? Потом невероятное количество диких веток, волчков, не диких, ну, в общем, волчков, невероятное количество. И они заплодоносили. Вот они, волчки вот эти. Вот они, посмотрите, сколько там плодов, видели? Это еще плохо видно, потому что они еще зеленые и скрываются в листве. Вот, и здесь та же самая страшная ошибка. Потому что я вам покажу потом точно такую же копию, такой же есть фотография, учебная вроде бы. И вроде бы человек ученый, и вот он говорит, будем волчки прорежать, их сильно много. У меня их здесь было. Вот, сейчас плохо видно, они так обросли. Я сейчас вокруг хожу. У меня их здесь было, в общем, штук 50. И все они, все 50 они остались. А на них, смотрите, вы ничего не видите? Один сорт. Вот второй сорт на самой верхушке. Третий сорт. Вот. У меня здесь было 5 сортов. И из этих самых, как я назову, волчков, все 5 вылезли. Волчки начали плодоносить. Считается, что они бесплодны. Их надо уничтожить.